Всем здорово. Здесь эфир пошел. Сейчас я проверю. Ну, кроме меня никого нет, к сожалению. Поэтому я не узнаю. Поэтому вроде бы пошел. Я не узнаю. Вроде бы все пошло. В общем, раз такое дело. Поехали сегодня, значит, начну я с Гостом Гоблином. Там видно будет. Так. Почему я сегодня, собственно, играю в Гостом Гоблина? Надо подключение сделать. Ничего не надо. Ничего не надо. Делаем тише. В общем, если я сегодня пройду Гостом Гоблином, там, скажем, с 10 контами, то я берусь за Макаэмори. В общем, если более-менее дело пойдет, то... то возьмусь проходить Макаэмору. Если если совсем плохо дело пойдет, то, наверное, не возьму. Не знаю. В принципе, все равно за хардкор какой-то надо браться. Так, мне надо взять ножи. Ну где ножи-то? Ну, это абсолютно упоротая игра. Честно говоря, не люблю. Ой-ой-ой. А это уже броню не смогу взять, я понимаю. Да. Очень хорошо начал. Ну, я и не готовился. В этом-то и вся суть. Так я смогу эту игру без подготовки играть. Если она очень уж сурова, то видно мне. А если кто-то помнит, год назад в нее играл, то странно. Я ее прошел. Не помню как, но я ее прошел. Как всегда, телефон начинает звонить крайне вовремя. Алло. Я стримлю.
дом тролльки. Да, скорострельность в американке, конечно, повыше, чем на Каймуре. Эти тролли практически не сдвигаются с места. Конкретно так повыше. Прыжки, блин. Пока не особо сложно. Все-таки. Толчи мне, а не пугает. Ну, именно американцы. По-моему, от этого демона можно как-то избавиться. Его за экран застролит. А, ну я не знаю. Я же криворукий рукожоп. Может, сейчас он застролит. Я просто видел, что так это делали. А, вот, застролит. Я уже... Ну, броню я слил, так что я, в принципе, лучше бы с ним воевал. По-нормальному. Этот тоже должен строить, по идее, как и остальные. Так, по-моему, на вертикальный скроллинг работает. То есть этот тоже должен, по идее, исчезнет. Не, я слил жизнь в первом уровне, но не сливаю ее во втором и третьем. Это ненормально. Пока пахнет тем, что все-таки за Мукаемуру я возьму. Не знаю, второй круг, может, сложнее.
Ай-яй-яй-яй. Ну и дальше уровни. Мне под зад дадут. Смотрим, что из этой затеи выйдет. Вдруг я тут застряну на 3 часа. Дай на вот этот. Приехал. Я думаю, телек какие-то глаза напоминают. Ой! А-а-а! Броньку слили. Плохо, очень плохо. А, это подло. Я не был к такому готов. Это чекпоинт. Так, извините, я под пивом играю, поэтому реакция не та. Та скотина. А вот это нежданчик. Чё он на меня полетел? Он разве не должен там петли выписывать? Ладно, разберём. Я американку играю, которая в Америке считается просто детски сложной игрой. Блин! Знаешь, чего бы это? Хотя, честно, ребят, Ниндзя Гайден и Батл Тодс эталоны хардкора, поэтому... Вот. Почему он в прошлый раз? Да блин, он вообще как-то ведет себя не так, как и надо. Не так, как первый дракон. Надо тренироваться. Потому этот дракон снесет мне 100 жизней. Помнится, тоже, ну правда, давно проходил еще и аркадную версию этой игры. Да блин, да ты посмотри, почему я не могу дойти в броне к этому козлу? Ну что это за горе? Просто издевательство. Давай опять на меня полети. Дело. Во! Так вот, почему ты первый раз сам и так не летал? Вот и все, вот первый раз бы так летал, и все бы было хорошо. Стой. Сейчас пройду первый круг. По-любому надо пилком шлифануть, а то сейчас он меня колбасит. Ничего ей. Для полного счастья. Блин, летающая дрянь всякая, это просто жопа. Особенно вот эти сосиски в тесте, это вообще труба. Они так пищат, да?
разрабам на кол надо посадить за вот этот пизд, он такой отвратительный. Это еще так, ну, 5-6 уровень, если я не ошибаюсь, без чекпоинтов. Так, надо за один подход. Правильно, на поверх просто было идти, этот вот скелет выскакивает. Вот отсюда я его могу убить. Класс. Баги, баги. Убился, блин, выстрел на ровном месте. Этого-то было лучше не трогать. Вообще демонов... Вообще врагов лучше не трогать, их можно не трогать. Вот в аркадке, кстати, можно запрыгнуть наверх сразу, когда приходится вылезать. Иди, пришёл, не буду с тобой разговаривать. Лучше этого, этого проще убить. Как они пищат противно. По-моему, кто-то хотел бы. Ошибся. На не ходит, он далеко был. Ну, нафиг пошел тогда, идиот. Что с тебя взять? Норм. Посох Вилла, но живо. Спасибо, отказываемся. Терпеть не могу драконов. Очень плохо дела идут. Как повезет его. А, лучше бы здесь пауэрапы пропадали, ебога. Ну куда иди, туда иди. Да туда иди, скелет. Нет, не сюда. Козёл. Я боюсь этого разбудить. Ну куда ты пошел? А. Ну это было понятно. Надо было быть потерпеливым. Это была моя ошибка. Нельзя спешить. Сразу пищащая дрянь. Прилетела, сука, скотина такая. Так, иди сюда. Чё он не делает? О, правильно. Да блин, ну зачем? О, правильно, вот сюда. Да ну, скотина ты. Ну посмотрите на него.
Вот упоротый. Толстяк. О, куда, куда, куда. Так, это не завыли. Сначала этого как-то убить. Отстой! Так, вот этот уровень уже суровый. Тут уже надо... Ой, чуть-чуть не нажал. Начать сначала. Я думаю, что вот именно эту версию, при какой-то небольшой подготовке, можно без контрол пройти. На первый взгляд, она не особо сложная. Но кривая. Это щитом надо будет выбрать сейчас. Может, надо было его сразу брать. Ну вот почему он не хочет сюда идти? Вот тут вот он упорно идет в эту сторону. Красный скелет не проснул. Знаю, чего это зависит. А, зато этот боя проснули. Что за хрен? Жесть. Нужно убить два сатана, сатана, не знаю, двух козлов. Игра не разрешает убить их, а потом вернуться за щитом, он тогда пропадает. Ай! Ой-ой-ой. Не хочется помирать! После такой жопной игры этот босс выглядит просто смешно. До смешного легким. Второй круг. Так, мне опять нужны ножи. Опять начинается фарм. Thank you.
ай, все, что плохо летает, все дури. Очень момент, но необходимый. Кажется, на втором круге я побыстрее выиграл, может, чем на первом. Чего это говорит? Красные и петухи научились стрелять сразу двумя пулями. Птички летают быстрее. Сосуперится и только раз в игре встречаются. Это 10. Эпс. Спасибо. Не знаю. Куда-то ее брать не стоит. У меня тут по сути это бесконечная жизнь. Благодаря там там. Можно было и не морочиться. Для красоты возьмем. Да, дом, но он, блин, я не знаю. Прям дом. Полный. Ну, куда ты убежал? Не надо? Нет, меня убегают. Вернись, семью. Иди сюда. Иди сюда. Долетел. Он так быстро прыгнул. А! Опасненько. Я не понял, что он на меня так сразу побежал, даже не дал мне выстрелить. Обычно у него можно сбросить там 2-4 выстрела, а тут ничего сразу. На меня вломанулся. Короче, если моргает красный, может, не убрать. У нас здесь херовые повара, потому что здесь жаб превращают, броню забирают.
играть. Ну, давай, сдохни уже. Зомби просто прут. Стоп! Классненько. Этот раз, я надеюсь, получится, да, как глаза скроли. Но что я исполнил? Я не умею с драконами бороться вообще. Если я захочу проходить на Каймуру, то мне надо на них что-то придумать, иначе. Эти драконы могут мне встать поперёк горла. Не хотелось. Почему бы и нет? Дают, бери. Ахаха! Вот, стой. Да. Конец. Со второго раза мне это удалось. Ты мне еще пока сейчас ты мне не нужен. Да блин, вообще попасть никому не могу. Кто уже? Ну вот как мне было от него увернуться? Издевать. Сейчас он опять полетит на меня. Ну, вообще, я не знаю, как с этими драконами бороться. Просто издевка.
Ну я не могу этот мост пройти нормально. Ужасное место. Отвратительное просто. Ну, надо бы тоже обратить внимание. Если я хочу пройти японку. Просто отвратительное место. Вот я этот раз его быстро запилил. Ну, не с первого раза, кстати, драконов не получается нормально убивать. Не понимаю. Ну, я ненавижу эти сосиски здесь, это просто издевательство, вообще не появляются из ниоткуда. Это просто свинство, издевательство. Я ненавижу эту дрянь. Это просто убогая скотина. Че, нет. У меня аллергия на этих врагов. Хотя они в принципе предсказуемые летают. Почему не сработал прыжок? Как на начало уровня тоже обратить внимание. Надо везде себе записывать жопные места. Начало пятого уровня, там, конец четвертого. Конец шестого. Ну блин, ну вот как я мог от них убежать? Сука! Идите нахер. И вот опять она чуть не появилась прям во мне. Чудом. Еще этот писк. Вот кому гвоздь в ухо забить, блин, за вот этот писк? Какой мудак это придумал? Кто посчитал, что это круто? Блин, ну один раз пропищал, там как появился, окей. Не всегда же. Это еще в аркадке еще есть эти мудаки вот эти здоровые, они еще топают, типа звуки. Топ-топ-топ-топ-топ. Блять! И опять мне сосиска в действии убила, вот который раз она меня подсирает. Это читерство со стороны игры. Она играет не по правилу. Не должно быть такого, что враг появляется из воздуха. Там где ты стоишь. Или прям за... Ну, в общем, там. Такого быть не должно. Враг должен появляться четко из-за экрана. Стоять в определенном месте. Не респаунится там, где могут сделать.
просто так еще этот комнатный типа по лестницам так хреново залезает. Вот последняя ступенька с таким трудом ему дается. Он так он долго там на полу присел. И вроде тоже козлы быстрее ходить начали. На втором круге. Тут скорострельность позволяет их удерживать на одном месте. Вот. Так, видно, это вот козла было. В тот раз не было здесь этого козла. Но новенький. И он идет все не туда, куда мне надо. Вот туда-то. Молодцы, я отлично начал, просто вообще фантастика. Сейчас солью этому козлу. Это фишка серии, блин. Ну вот. У меня нет слов. С этих тварей просто нет слов. Вот зачем такое делать? Всем не загадано, там ругаются на птичек, блин. Птички тут появляются четко в определенных местах, ты можешь выпасть. Здесь же, блин, просто... Это птички из Низагайдена, просто, блин, я не знаю. Добрейшее существо. Но это дерьмо. Катя не хочет идти сюда. Ну туда иди. Ужасное место. Ну вообще зашибись. Просто фантастика. Нет слова, ни эмоций. Броня ему, кстати, великовато. При подъеме на лестнице видно его труселя в горошек. Или это пояс такой. Труселя. Это же игра самопародийная. От части к части они. Ну, уйди. Уходи. Ой, я тронул демона.
и он появился. Я нечаянно, честное слово. Я стабильно слил в том же месте. Вот не зацепил бы этого, так знаешь. Все в ажуре. Я бы уже шел за щитом. И проходил бы все это дело. Блин, еще зараза надо по лестнице вылезать. Я не знаю, как это. Этот козел, он просто вообще сумасшедший, в отличие от остальных. Я не знаю, он меня просто выбешивает. Думаю, тут демон какой-то неадекватный. Да сдохни ты уже! Молча. Сосредоточено. Надо пройти это давно. Вот как мне это вот убить, Гера, спокойно. Ну вот он летает вообще без остановки. Ужас просто. Иди сюда. Туда иди, да? Сюда. Стало на ошибку. Свет.
Ну, в общем, пожалуй, наверное, мне стоит все-таки взяться за Макаэмуру. Понимаешь, она сложнее. Мне контрол. Так как я сейчас потратил 2. Но это без подготовки, то есть, в принципе, неплохо. Ну как, без особой подготовки я так проглядывал, в принципе, как это все играется. Так, сейчас я погоню тогда в эту игру Kung Fury. Она непроходимая, но все-таки подурачусь. Сейчас не разбегаемся.